Пара евро-доллар снижается к середине дня и готовится к дополнительному снижению после публикации стандартных данных по рынку труда в США. Биткоин частично восстановил потери. На пятницу техническая картина благоприятная для продолжения повышения цены. Цена на эфириум стабильна после выхода обновления «Лондон». Покупатели аккумулируют силы для продолжения ралли. Поклонники золота ничего не могут противопоставить напору доллара. Драгоценный металл дешевеет, и к вечеру продажи могут усилиться. Нефть вернулась к росту, эмоции остаются в силе, но сейчас рынку интереснее выкупать подешевевшее сырье, чем реагировать на новости. Рубль слегка снижается, но позиции не сдает и будет держаться в диапазоне, пока сможет.